2 ноября двери Казанского федерального открылись для представителей Пекинского административного института. Этот вуз известен миру как центр подготовки государственных служащих и административных специалистов учреждений города Пекина. После подробных ознакомительных презентаций двух вузов стороны обсудили вопросы и планы дальнейшего сотрудничества. Участники беседы пришли к единому мнению, что на сегодняшний день крупнейшим вузам мира необходимо активное развитие гуманитарных контактов. В ходе встречи коллеги обменялись предложениями по совместной научно-образовательной деятельности и подписали меморандум о сотрудничестве, определив перспективное направление дальнейшего взаимодействия. Стоит отметить, что гости давно проявляют огромный интерес к сотрудничеству с известнейшими вузами России. И, конечно же, Казанский университет не остался в стороне. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.